ночь, как будто бы школа, где учиться стало пора. В разное время в каждом из этих ребят родители или педагоги разглядели самое ценное, что может быть у человека – это талант. И вот теперь они смогли выдать его на гора. Из 3500 участников фестиваля до финала дошли далеко не все. На отборочном туре экспертное жюри выбрало 25 лучших номеров, которые вошли в программу гала-концерта. Уже этот фестиваль становится доброй традицией на лучшей ведущей сцене драматического театра города Кемерово. Позвольте вас всех поприветствовать от имени администрации Кемеровской области, департамента культуры и пожелать всем-всем участникам, чтобы сегодня выступление ваше было самым замечательным, самым звездным часом вашей жизни. О тяжелой работе шахтеров Максим Гончаров из Красноярского края знает не понаслышке. Его папа уже 15 лет работает на разрезе. Поэтому парню выступать на конкурсе, организованном компанией СОЭК, вдвойне почетнее, пусть и так далеко от дома. Красивый город Кемерово, радушный прием, здесь очень красивый драмтеатр, нам все нравится. Сразу 8 номеров на гала-концерте представили артисты из Ленинска-Кузнецкого. «Непоседы», «Планета маленького принца», «Три четверти вдохновения» и «Карусель». Названия этих творческих коллективов известны далеко за пределами нашего города. В очередной раз ребята доказали, что Ленинск богат талантами. Почти все они стали лауреатами той или иной степени. Специального диплома за свое многолетнее мастерство удостоился ансамбль эстрадного танца «Рэп-тайм». Почти 2 часа, что длился гала-концерт, пролетели как один миг. Яркие эффектные номера сменялись лирическими, душевными. Каждого артиста зрители со сцены провожали аплодисментами. Но самые громкие сорвали участники ансамбля народного танца «Маленькие звездочки» из Прокопьевска. Именно они и получили гран-при фестиваля. Вечер получился прекрасным. На улице весна, в душе весна. Я надеюсь, что у нас конкурс будет расти и шириться. И в этом году у нас уже 3500 участников. Может быть, мы увеличим это количество, но вот все зависит не от нас, а от вас. И, конечно же, самые теплые слова благодарности звучали в этот день в адрес шахтеров, сотрудников компании СОЭК. Хотелось бы сказать большое спасибо, то, что они проводят этот конкурс, то, что они поощряют таланты. Мы